Привет, дорогие друзья, с вами я, Бог, и мы на сайте CSFail. У нас есть суммарно в скинах примерно 150 бачей, даже сейчас, чтобы не быть голословным, я посчитаю это все дело, ну да, 148 бачей. Есть специальный код автора, как говорится, это Бог777, ну 5% при пополнении вы получаете, плюс промокоды в моей телеграм-канале, да, и все будет вообще-то в описании. CSFail, мужики, уже 600 онлайна, 4 дня рекламы от всех блогеров и 600 онлайна, господи боже мой. У сайта должно быть много бабок, и, соответственно, мы должны зарабатывать на нем. Ребят, пока сайт новый, вы все обязаны на него перейти и попробовать на любой свой маленький, дорогой, дешевый скин поиграть. Вот это просто моя настоятельная рекомендация вам, потому что сайт топовый, вы можете зарегаться по ссылке, реально, но я с вас заработаю, ну, 2%, это даже не заработок, друзья. Просто мне будет приятно, что многие пацаны играют на этом сайте и зарабатывают вместе со мной. Я уже вывел нормально так скинов, нормально. И попробуем сейчас что-нибудь поставить. Буду ставить вместе с вами. Давайте, поехали. Это ролик на 1.5. Давайте, все будут засвечиваться в чатике. 1.5 вывели. Неплохо, неплохо. Я надеюсь, здесь скоро пойдет статус ютуберки, чтобы пацаны, мои подписчики видели. Вот. Чтобы все видели, пацаны. Чтобы все видели и знали. Когда мы играем, передавали приветы, максимальный просто плюсик. Если вы засветились в ролике, жду вас в комментах. Вот это будет хорошо. Давай на 1.5 несколько скинов посмотрим. Топ-видос, спасибо. Я жду, когда кто-нибудь обосрет, потому что так всегда обычно бывает. Когда кто-нибудь обосрет, без этого, блин, без этого видосы не видосы, понимаете? Ну, я не знаю, братва. Нам нужно сегодня что-то делать, как-то пытаться. Давай посмотрим на 1.3, что у нас. На 1.2 даже, так, по шансам. Успеем? Успели. У меня еще и нет сегодня работает хреновенько, друзья, поэтому так, ну 1.2 вывели, 1.2 вывели, $6. Так, короче, пацаны, нам нужно сегодня подниматься. Я вообще сейчас буду часто записывать ролики в том сайте, но мне нравится, я вам обещал, вы все в комментах просили больше CSFail. Ну я как бы, да, я как бы собрался силами, собрался духом и пробую. Игроков сейчас ставит много, есть с кем побороться, есть за кого поболеть. Моя цель до конца апреля попытаться поднять здесь Драгонлор. Походу... оно должно получиться. Я в это верю, как не в себя просто. Вот у меня 150 баксов. Я их намерен сегодня потихонечку выводить, потихонечку апать. Смотри, сейчас сделали себе баскил статрековскую. Красотища. Ну-ка, что чат пишет? Что за бог? Да я фигу, за кто такой вообще? Короче, мы залетали 148 баксов, да? Поиграли немножко на сайте, у нас 160 баксов. То есть мы уже подняли где-то косарик. Мало, но если я буду вот так топить, это будет жопа. Но я одну ставочку сегодня большую сделаю, друзья. Я реально ее сделаю. 7x, вы понимаете, сколько мы могли бы бабок поднять? Выбрать все это вообще жопа была бы. Так. Знаете, что мы попробуем? Мы попробуем сейчас обменять этот предмет на один здоровый какой-нибудь. Вот на этот. И попробуем его поставить. 30 бачей он стоит. Блин, ну это капец как дорого. Это реально дорого, но... посмотрим. Вот именно этот скин мне должен принести удачу. Смотрите, какой краш. Мы сейчас попробуем на 1.7 поставить. Нет, давайте на 1.6.1. Вот это будет жопа вообще. А я успею, интересно? Я успел. Я просто успел, ребят. А я заберу на 1.6 или нет? Как вы думаете? Мне кажется, не заберу. Или заберу. Или не заберу. Забрал. Господи, 17 бачей сделал. Мог бы еще больше сделать. Нормально. Не крашит CSFail. Ну не крашит он. Красавчик. Просто божественно. Ну конечно. Я согласен. Вот смотри. 1.3. Аккуратно. Реально боюсь. Сейчас просто крашнется, и все наши плюсы пойдут в жопу. Но смотрите, казалось бы, после такого большого икса он не крашится. Я сейчас по чуйке забрал, мне казалось, что он сольет. Он просто не крашится, вы понимаете? Тут можно ловить хорошие коэффициентики. Давай сейчас 1.11. Я чисто прощупываю почву, знаете? Не дай бог сейчас 0 будет. Скин хороший стоит. 0 это прям плохо. Отлично. Сколько? Мне кажется, до двойки не дойдет. То есть, если бы мы сейчас поставили на двойку, хотя мы можем выиграть, посмотрите, даже так я сделал $5. Сколько $5? Курс-то офигеть какой, вы не забывайте. Ну да, до двойки не дошло. Вот этот скин... нет, сейчас надо поменьше. Вот давайте эту ставочку мы пропустим. Я сейчас попью водичку, мы подождем и снова залетим ставить. Так, ну подождали мы, в принципе, зря, было двоечка, но ладно. Я думаю, что то, что мы пропустили ставочку, это пойдет нам на пользу. 33 бакса залетает ставка. Возможно, жестко, ребят. Возможно, сейчас будет краш прям полнейший, но не знаю. Сейчас проверим это как раз-таки на практике. Блин, это просто жоп. Это прям... это просто... жесть, ребят, это просто бомбит.
Я не понимаю, а как так произошло? Что? Как вообще это? Ладно. Вот, понимаете, 1.31, и он крашнулся на 1.3. Чтоб я еще раз поставил, так, а? Давай на троечку. Я не знаю, ребят, какие шансы у нас сегодня окупиться. Сможем, не сможем. Тут либо топить, либо что. Возможно, сейчас пойдет коэффициенты 1, не больше 1. Возможно, мы сможем апнуться. Но нет, не получается. Давайте еще раз попробуем до троечки довести вот этот скин. Если не получится, то, наверное, будем играть поменьше или вообще выводить. Надо будет выводить. Я фиг знает. Блин, ну не крашься, пожалуйста. Да тут... Я понял. Смотрите, у нас 115 баксов. Достаточно такое, знаете, фиговый расклад. Давайте попробуем по 10 долларов, 10 скинов купить. Вот с них будем играть, подниматься. Я не знаю, почему, пацаны. Ну, как-то мы сегодня подслились. Да, такое бывает, такое бывает. На самом деле, это не редкость на подобных сайтах. Но также вы можете поднять. Я должен сделать большую ставку буду. Вы видели мои прошлые ролики, это была жесть. Меня бомбило, не по-детски. Так, 10 бачей на 5х. Мы же можем попробовать это сделать, пацаны. Ну, объективно. Ну, 50 баксов с хамелеончика. Смотрите, тут бывают коэффициенты, понимаете? Ну, бывают. Реально, у нас есть попытки. Чат просто, я не знаю. Пахнет крашами, пишут. Но сейчас проверим. Типа, думаю, до двойки он сейчас дойдет беспроблемно. Это да, вот, спокойно. Но вот дальше я не знаю. Смотрите, казалось бы, уже почти троечка, уже можно вывести. Но я не знаю, мне кажется, нужна пятерка. Нам нужна пятерка сегодня. Давай, братик, за все грехи. Сейчас заберу, боюсь. Я забрал, пипец. Вот это да. Давай до троечки. Может быть, вот так стоит лучше подниматься, пацаны? Бог ты чё, бог? Походу. Еба, пацаны. А, не так быстро, я понял. Ладно. Блин, просрали, ну ладно. Не сливай. Я надеюсь, ребята, это жестко. Это реально жестко будет. Давай до троечки. Надо один раз троечку еще поймать. Хотелось бы. Или заканчивать видос, или оставить баланс. То есть я сейчас этот баланс буду распределять на видосы, буду ставить. Интересно. 1.3 пишут. Почему? Кто-то жалуется на сайт. Не знаю. По-моему, сайт топовый. Давай, до тройки он должен дойти. Как не в себе должен дойти. Беги, Гейбен. Давай, братик. Отлично сейчас. С 50 бачей. Неплохо. Сколько у нас было? У нас была соточка на балике. В итоге сейчас 170, нихера себе, мы вернули, что ли, нифига себе. Ну давайте все, вот прикиньте, все поставить, это же жопа будет. Иисус с x3 поймал. Да, Иисус, ё-моё, 10x, вы понимаете? Окей, предлагаю вот такой экспириенс вам. Мы делаем последнюю ставочку, но делаем ее, я не знаю, ну, наверное, баксов. Вот так давай, 29 баксов, и попробуем обменять их на что-нибудь такое и поставить. О, императрицу, ёб твою мать, это же дорого. 35x, что это за краши? Вот ради этого надо сюда заходить, чтобы это чекать, понимаете? Ну, хрен, вот на других сайтах такое будет представить. Умножайте, сколько бы я сейчас вывел бы просто. Ладно, последний шаг, это императрица на x2. Полетели. Императрица на x2. Спасибо вам большое, что ставите лайки, друзья. Я обязательно что-нибудь заберу на конкурс. Ну да, это было логично. Но согласитесь, это было логично. Чат просто орет. Это было логично, но я попытался. В итоге мы сегодня, ну, остались при своем. Я предлагаю что-нибудь на вывод забрать. Давайте посмотрим, что у нас есть. Вот баксов за 30, да, что-нибудь такое неплохое. 39, полетели. Вот full injector. Давай, ну, юспик. Нормально. Подтвердить. Все. И сейчас вот таким образом, если вы хотите вообще выводить скины, ребят, вот вы выиграли, кто на сайте впервые, нажимаете «Забрать». Все. И скин вам сейчас будет доставляться в инвентарь. Я уже забирал вот калашек, и вы можете, в принципе, отследить это по моим роликам. Все приходит, сайт честный, закидываю свои бабки. Блин, ну здесь, конечно, давайте это все продадим. У нас в итоге 100 бачков будет. На следующий ролик прям хорошо. Ладно, ребят, спасибо вам за просмотр. Ну, скин сами чекните в профиле, что я, блин, показывать вам буду. Всем удачи и всем пока-пока.